Доброго дня, шановні! Щоб кожен день був успішним, його потрібно зустрічати з посмішкою. І якщо ви зараз з нами, значить ви на вірному шляху. Тому що всім відомо вже, що програма «Мозаїка дня» дарує найщиріші посмішки. Перше від мене вже зараз. А решту ви отримуєте від моїх гостей одразу після ранкової музичної паузи, яка лунає тільки для вас і тільки з найкращими побажаннями. Дорогі друзі, це була музикальна улипка от Аліни Марчук, солістки ансамбля «Козацьке коло» з найкращими побажаннями для кожного із вас. А в ефірі програма «Мозаїка дня». Ми працюємо в прямому ефірі, тому ви можете дзвонитися к нам по телефону, який ви бачите на ваших телевізійних екранах. Дзвоніть нам, діліться своїми емоціями, желайте одеситам і всій країні всього самого хорошого. А первая тема нашей утренней беседы коснется образовательного процесса, который стартовал 1 сентября и сейчас набирает обороты. И вот прямо самое время познакомить вас, дорогие друзья, с нашими гостями. Сегодня с нами заместитель директора по учебной работе Одесского юридического лицея Ирина Александровна Войтович, заместитель директора по воспитательной работе Одесского юридического лицея Татьяна Александровна Шиян и представитель интеллектуального форума Украины Лариса Козловская. Доброе утро, друзья! Начался учебный год, вместе с ним, конечно же, приятные моменты, но и заботы. Но прежде чем мы поговорим о заботах и о каких-то проблемах, о каких-то
моментах, да, учебного процесса, давайте посмотрим, как в Одесском юридическом лицее встретили начало учебного года. Дорогие телезрители, прямо сейчас на ваших телевизионных экранах первый звонок в Одесском юридическом лицее. В 20-й раз воспитанники Одесского юридического лицея отправились в плавание по волнам знаний. Загоревшие, отдохнувшие, готовые учиться и демонстрировать свои разносторонние умения. Благо, данное учебное заведение воспитывает не только профессионалов в юридической сфере, но и открывает и взращивает настоящие таланты. Ведь цель и задача юридического лицея – учить детей жизни, быть профессионалами своего дела, достойными гражданами своей родины Украины и жить так, чтобы радовать других достойными делами и ярким творчеством. Праздник первого звонка начался задорно, с одесским колоритом, обрамленным морской тематикой и символикой. Капитан символического корабля, директор лицея Александр Васильевич Шиян произнес добрые, напутственные слова. Я хочу поздравить всех с началом нового учебного года. Пожелать в этом году творческих успехов, прекрасных знаний. Ведь мы с вами сегодня вновь переступаем порог страны знаний. Интересно, что летом лицеисты не только отдыхали, но и успели проявить себя в нескольких направлениях, за что и получили почетные награды и благодарность. Команду Одеської області юних парламентарів дитячого екопарламенту 2016 року за плідну змістовну роботу під час проведення збору лідерів Всеукраїнської дитячої спілки в червні 2016 року. Гость праздника, представитель интеллектуального форума Лариса Козловская, подарила учащимся книгу «Самый надежный источник знаний» и горячо поздравила их с началом учебного года. Я хочу вам сказать одно. Помните, что с учителями вы находитесь, наверное, даже больше, чем со своими родителями в контакте. Поэтому любите тех, кто вас хвалит, и еще больше любите тех, кто вас критикует. Потому что это именно те люди, которые позволяют вам подняться вверх по социальной лестнице. Творческие номера добавили торжественному событию много праздничных ноток. Но первый звонок настойчиво поманил всех за собой в аудитории, где каждого из них ждут великие дела, большие открытия и, кто знает, возможно, и мировая слава. Удачи вам, дорогие лицеисты! И правда, удачи лицеистам, а педагогам терпение и вдохновение. Ну что ж, давайте делитесь, что нового ожидается в работе Одесского лицея в этом году, в новом учебном году. Ну, пожалуй, 20-й учебный год мы встречаем, уверенно шагая в будущее. На сегодняшний день нам удалось создать собственную модель обучения, где есть допрофильные 8-9 классы. Инновацией этого года является класс с углубленным изучением истории с 8 класса. 10-11 классы – это профильные классы. В копилке юридического лицея победа во всеукраинских конкурсах 100 лучших школ Украины, 100 лучших директоров Украины. Мы с первого года участвуем во всеукраинском конкурсе рейтинге «Школа. Источник талантов». В этом году мы получили сертификат, который подтверждает наличие условий для развития одаренных детей в юридическом лицее до июля 2017 года.
Эти конкурсы, безусловно, стимулируют коллектив к творчеству. Поэтому 10-11 классы – это, по сути, плод творчества наших педагогов, в первую очередь. У нас 5 таких классов – это профильные классы, историка, экономика, правовой класс, класс до полицейской подготовки, эколога, правовой класс и с прошлого года лингво, правовой класс. Еще одной очень интересной особенностью является изучение болгарского языка. Мы изучаем его факультативно в 8-9 классах и в 10-11 классах изучаем как спецкурс в историко-правовом, в лингво-правовом классе. Надо сказать, что факультативное изучение болгарского языка позволяет не только развить речь, но и использовать время факультатива для того, чтобы познакомиться с литературой. Вначале это детская литература, ну и, безусловно, дальше это литература для среднего возраста на болгарском языке. Кроме этого, я бы хотела отметить, на первом звонке мы подытожили еще одну очень интересную инновацию – это первые языковые курсы. Мы отправили именно первый допрофильный класс, и достаточно интересные результаты развития разговорной речи и, безусловно, незабываемые впечатления от Шуменского университета в Арни. Таким образом, в этом году вместе с украинскими школами мы продолжаем реформировать профильное образование. В 16-17 учебном году у нас происходит переход на новый государственный стандарт полного и среднего образования. Поэтому в будущем мы, безусловно, планируем продолжить наши эксперименты и таким образом дать детям возможность выбирать профессию по интересу. Да, вот вы продолжаете экспериментировать, эксперименты абсолютно удачные, приносят свои положительные результаты, об этом вот свидетельствуют даже статьи в журналах о вас, о вашей деятельности, о деятельности Одесского юридического лицея. Однозначно, это и сучасная школа Украины, это и управление СВИТУ, это и директор школы. Эти республиканские издания широко освещают наши эксперименты по моделированию профильной украинской школы. Я еще хочу добавить немножко, если мы говорим о новшествах, то в этом учебном году мы продолжаем уже новый виток сотрудничества с новой полицией, так как у нас есть класс до полицейской подготовки, то в этом году мы принципиально новое сотрудничество с Центром подготовки полицейских национальной полиции Украины, который раньше назывался училище подготовки. Наши дети в этом году уже будут один день заниматься на базе этого центра, и преподавателями у них будут преподаватели центра подготовки. Один день в неделю. Один день в неделю, да. То есть уже такая профильная практическая подготовка. Это и какие-то основы криминалистики, и что-то с психологией, и практические навыки, и основы самозахисту, и строевая подготовка, так как это люди, которые знают свое дело, да, то они уже намного серьезнее к этому подходят. И самое главное, дети уже получают навыки. Уже получают навыки, и они понимают, что ждет их в дальнейшем. Потому что очень часто, как сегодня мы читаем в интернете, во многих статьях, что профессия, дети знают только одну сторону профессии, да, допустим, там, если это следователь, то это может быть какая-то романтика, но есть у этой профессии, есть у этой профессии и другая сторона медали, ну, так можно взять любую профессию. Да, это здорово, что вы предоставляете возможность практиковаться, потому что теория – это замечательно, но теория без практики не приносит тех самых нужных результатов. Безусловно. Что касается, вот в сюжете была информация про наш ЭКОЮСТ, это наша инициативная группа. Очень интересно, что Ирина Александровна сказала, что все благодаря нашим творческим идеям, наших педагогов, которые безустанно работают, которые находят в себе эти силы,
с детками оставаться и после урока, и во внеурочное время. И вот летом они стали участниками всеукраинского форума экологического, открыли детский экологический парламент. Дальше они вот с середины сентября будут продолжать работать. Наша команда «Экоюз» представляла не только Одессу, а Одесскую область. И эта работа, она ведется уже, ну, более 5 лет. И я думаю, вы видели в городе эко-билборды с нашими детками. Они все это подготовили совместно с городским советом, с представителями горсовета. Ну и сейчас очень актуально, что дети, особенно подростки, да, они заняты. Они заняты после уроков, и им интересно. И они уже ищут что-то новое и пробуют себя. Кто-то идет в класс исторический, кто-то идет в класс с экологическим направлением. Но при этом они все изучают право у нас. При этом все изучают право. Как же без права? Да. Без права никуда. Это профильный предмет в юридическом лицее. Я бы хотела добавить, что практическую составляющую в экономико-правовом классе, наверное, реализуют в школе, бизнес-школе юниор-банка. Дальше, практическая составляющая в другом классе, это классе историко-правового профиля, реализуется через школу молодого политического лидера. Таким образом, мы имеем возможность дать разные направления детям. Это здорово. Вот относительно болгарского языка, хочу вернуться к этому. Насколько дети восприняли эту идею и собираетесь ли вы дальше ее развивать? Идея нравится и детям, и родителям. Поэтому буквально с 1 сентября мы планируем продолжить наши традиции в внеклассной работе. Это уже сейчас началась подготовка ко Дню будителей Болгарии. Дальше это однозначно праздник Коляды. Дальше это однозначно праздник Честита Баба Марта. И закончим Днем славянской письменности. То есть у нас построился целый цикл как учебной, так и внеклассной работы. Ну и безусловно, сегодня это востребовано. Это нравится и детям, и родителям. И я бы хотела отметить, что многие дети, которые поехали в этом году на практике, совершили свое первое путешествие в страну Евросоюза. Первое, но, уверена, не последнее. Однозначно. Последует еще очень много таких интересных, увлекательных путешествий. Что ж, действительно, юридический лицей, вот как я и в сюжете сказала, и вы это подтвердили, с одной стороны, воспитывает профессионалов своего дела, но и дает массу возможностей для реализации себя как личностей, как творческих людей. И вот интеллектуальный форум Украины всегда рядом, всегда подхватывает эти инициативы или сами инициирует вот такие вот яркие, важные, нужные проекты для нашего общества. Лариса Алексеевна, почему вы рядом почему с юридическим лицеем? Одесским юридическим лицеем? Ну, мы рядом, во-первых, потому что моя дочь училась в Одесском юридическом лицее. И я могу сказать, без обиняков, это лучшее учебное заведение, потому что она училась в разных учебных заведениях, которые попадаются ребенку на пути. А во-вторых, здесь действительно очень интересные инновационные подходы к образованию. Потому что именно здесь не пытаются детей только научить, а стать соучастниками процесса не только образования, но и строительства жизни в Украине. Потому что когда дети понимают, что этот мир создан для них, они тоже несут солидарную ответственность с нами, взрослыми, за то, каким он будет, этот мир. И, безусловно, они должны понимать, что если ты сеешь в этом мире агрессию, то ты пожинаешь войну. Если ты сеешь знания, то ты пожинаешь развитие, пожинаешь прогресс. И так далее, да, то есть, и как раз именно в юридическом лицее я увидела, что эта тенденция очень крепка, очень интересна, и мне понравилось, как Татьяна Владимировна сказала, что вот дети у них все время заняты, еще Пауло Коэльо, я вспомнила, сказал, да, мы можем 3 вещам научиться у детей, это радости без причины, это постоянной занятости и умению настаивать на своем. Да, то есть у нас, они понимают, что мы сегодня совершаем взаимообмен теми наработками, которые есть у детей у нас, и мы их не учим быть послушными, мы их учим быть активными строителями своего будущего, настоящего и нашего в том числе. Потому что когда дети понимают, что от них зависит все,
и что сегодня их безопасность в будущем тоже зависит от них. Они начинают очень активно включаться в этот процесс. Вот поэтому вместе, когда меня пригласили первый раз вот в недавнее время на праздновать Дня мира, я увидела действительно реальный выход энергии, знаний, творчества, креатива в этих детях, которое было направлено на созидание, на создание мира в окружающем пространстве. Это действительно важно. Вот следующий наш проект тоже будет совместно очень интересный, мы уже его разрабатываем. Это будет секрет, какой он будет, но он будет действительно глобальный, и в этот процесс, которым занимается всегда ежедневно в юридическом лицее, будет вовлечен весь город. День толерантности был совершенно особенный, день Бабы Марты, восхитительный, творческий, праздничный, где обмениваются культурами разные национальности нашей страны. Это очень важно. То есть те объединительные моменты, которые включают в свою жизнь, в развитие, в ежедневный процесс обучения юридический лицей, они заслуживают самой высокой похвалы и большого общественного внимания. Поэтому общественная организация, безусловно, должна быть здесь. Потому что общество заинтересовано в том, чтобы здесь воспитывались такие дети, не только здесь, но поддержки тех учебных заведений, которые сегодня неформально к этому относятся. И, вы знаете, вот есть такая одесская еще приказка всегда: ой, не учите детей быть богатыми, лучше научите их быть счастливыми, да, тогда они будут знать ценность вещей, а не цену только им, да. Вот надо понимать, что вот здесь действительно учат детей быть счастливыми, самореализовываться. Этим заниматься, этим им предлагают совершенно бесконечный, как наша бесконечная вселенная, да, может быть, бесконечный спектр для творческого развития детей. И дети учатся быть счастливыми, потому что счастливый человек к себе притягивает все, что он хочет, и богатство в том числе. И счастливыми, да, это здорово, но и профессионалами, да, в том числе. Да, вот, да. Мы можем сейчас назвать такие яркие имена. Да, профессионалами в том числе. И вот я хочу сказать спасибо большое Ларисе Алексеевне. Это наша мама. Злата закончила уже достаточно давно юридический лицей. Да, она успешный преподаватель юридической академии. Она успешный человек. И очень приятно, что мы вот поддерживаем отношения не только с нашими выпускниками, но и с их родителями. И в лице вот интеллектуального форума вот такая поддержка. В прошлом году начали такой интересный проект ко Дню мира 21 сентября. В этом году хотим это дальше продолжить. Что касается нас, наших успешных детей, то, знаете, вот правильно сказала Лариса Алексеевна, очень интересно, что они не только профессионалы, они действительно патриоты и такие сознательные граждане Одессы. Когда мы сегодня отслеживаем, что среди них очень многие получили профессию юриста, но они являются и волонтерами. Они помогают и детским садикам, они помогают и детским домам, они помогают и военному госпиталю. И мы даже сделали в этом году к 1 сентября такую небольшую газету про наших выпускников, которые были участниками АТО. Не все разрешили предоставить, да, данные о них, фотографии, сказали, что нет, вот мы не хотим. Но есть и ребята, которые приходят и общаются с нашими детьми. То есть вот эта вот связь и поколений, и национально-патриотическое воспитание, вот оно постоянно присутствует. Ну и что касается наших талантливых и знаменитых выпускников, да, ну это и Наташа Мажарова, которая сегодня организатор вышиванкового фестиваля, это и наша Дмитрий Киосак, и Елена Негреева, которая сегодня преподает в университете имени Мечникова право. Ну, это большое количество наших выпускников. Честно говоря, я просто вот из этих вот первых, которым уже за 30 лет, я их не всех знаю в лицо. Ирина Александровна их знает лучше. Да, ну и я бы хотела добавить, что
Нам повезло. Нашими преподавателями были доктора и кандидаты наук. Наталья Николаевна Крестовская, Клавдия Михайловна Соколецкая, Тарас Степанович Венсковский, ну и многие другие. То есть это люди, которые постоянно находились с нашими ребятами и воспитывали в них лидерские качества. Ну, например, одним из ведущих правоведов был Юрий Анатольевич Немченко у нас. Поэтому мы очень благодарны всем, кто рядом с нами, и организациям. Прежде всего, безусловно, это общественным организациям. Таким образом, все вместе мы и формируем гражданское общество, прикладывая максимальные усилия. Ну и самая благодарность, самая большая благодарность, наверное, вам все-таки. Вот вы тянете вот этот локомотив, и дети тянутся за вами. Где-то вы за детьми правильно, да? Вот вы сказали, что у вас демократическое абсолютно отношение, и если дети этого хотят, значит, вы это делаете. Вы предоставляете им возможность для развития. Ну что ж, у нас есть еще несколько минут. Возможно, есть возможность сказать о ближайших планах. Вы уже сказали, да, что впереди День мира. День мира, вы уже, да, озвучили, уже обратной дороги нет, уже придется. И вы сделаете это красиво, мы это обязательно покажем и расскажем об этом, потому что это важно, это объединительный такой процесс. Да, и мы же хотим в этом году подключить, если в прошлом году мы этот флешмоб такой сделали, очень красивый, яркий, красочный, только на втором этаже в лицее, то в этом году мы хотим присоединить к нам и наши соседние школы Приморского района. Но я думаю, у нас все получится. Безусловно. Какие еще планы, какие еще яркие мероприятия ожидаются? Ну, мы продолжаем экспериментировать. В прошлом году у нас появился новый класс, лингвистично-правовой. Лингво-правовой класс у нас с профильным изучением украинского языка и профильным изучением права. Мы планируем продолжить практику создания новых классов. И, возможно, у нас будет класс с углубленным изучением английского языка и права. Это на будущее. А пока что мы подводим первые итоги своего 20-летнего, даже 20, своей 20-летней модели, модели Одесского юридического лицея, монопрофильной, которая сформировалась в результате эксперимента 3-7 года. Мы ее создавали вместе с Институтом усовершенствования, и, вероятнее всего, мы будем ее дальше совершенствовать, эту модель. Это здорово. Ну что ж, есть еще что добавить? Ну, у нас еще в октябре месяце большая правовая конференция намечается, тоже юбилейная, на которой будут присутствовать не только одесские школы, а и будем приглашать школы из других областей и городов Украины. Ну и во втором полугодии у нас будет 20-я ежегодная научно-практическая конференция для школьников города, где действительно мы сотрудничаем с лицеями из других областей, и где есть возможность обменяться опытом. А еще в этом лицее мы сделаем впервые вообще у нас в городе конкурс спикеров «Спич о мире». И вот с этого, в общем-то... Да, это хорошая идея, да. Потому что многие наши ребята занимаются дебатами профессионально. Вот после окончания лицея занимаются, сначала занимались в студенческом коллективе, а теперь дальше продолжают развиваться. Ну, будущим юристам сам Бог велел уметь красиво разговаривать и владеть искусством убеждения. Что ж, дорогие гости, спасибо вам за ваши дела. Удачи вам, у вас большие спасибо. Планы. Пусть все получится. А сейчас, как доказательство тому, что юридический лицей взращивает таланты, самые настоящие яркие таланты, я хочу, чтобы мы все насладились творчеством воспитанницы Одесского юридического лицея Дианы Маковеевой, которая также является участницей многочисленных музыкальных фестивалей. Ну что ж, давайте вместе насладимся ее творчеством. Очень красивое черное море. Многое знает, многое дарит черное море. Может тихонько
плечу ног, и лишь штормами хмурится Черное море, Черное море, Черное море, Черное море, Черное море, Черное море. Самое дружное, самое нужное, Черное море. Чайки едины, ветры едины, Черное море. Тысячи рук обнимают тебя, в танце едином кружатся. Черное море, Черное море, Черное море. Черное море, Черное море, Черное море. Ты наша тайна, ты наша радость, Черное море. Ты море дружбы, ты море счастья, Черное море. Знаешь ты много признаний в любви, выслушай наше. Черное море, Черное море, Черное море. Черное море, Черное море, Черное море. Слушай наше, мы тебя любим, мы тебя любим, Черное море, мы тебя любим, мы тебя любим, Черное море. А мы продолжаем нашу программу. Рядом со мной сидит человек, который не просто любит наш город у Черного моря, но и делает все возможное для того, чтобы этот город развивался. И более того, что очень важно, объединяет вокруг себя большое количество таких же небезразличных людей. Директор по развитию платформы «Мой город» Любовь Ждан. Здравствуйте. Сегодня с нами. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. А платформе «Мой город» исполнился год. Верно. Как раз. Первый робкий или, может быть, уже вполне уверенный год. А что можно сказать, что в каком состоянии вот это детище, которое называется «Мой город», и чем оно может удивить, и что оно может сказать миру вот сейчас? Да, первый год. Не могу сказать, что такой вот прям робкий, потому что мы достаточно многого добились, есть результаты. И самое главное, мы привлекаем большее количество людей, и люди, одесситы, они идут, даже идут не то чтобы к нам, мы не привлекаем их прямо к себе, они идут на благоустройство, на улучшение своего города, они идут, они делают это сами, они делают это самостоятельно и сами уже это понимают. Год был, конечно, трудный, потому что, да, он первый, в самом начале вообще трудно. По завершению можно, конечно, сказать то, что у нас есть уже определенная аудитория, есть уже достаточно большое количество подписчиков, которые идут вместе в ногу с нами и сами поддерживают и свои начинания, мы их тоже поддерживаем. У нас есть достаточно большое количество уже активистов, которые самостоятельно, практически самостоятельно реализовывают свои проекты. То есть они подают идею, а эта идея переходит, перерастает в проект. Мы пытаемся всеми возможными способами их поддержать и помочь со своей стороны. И они сами делают все сами. То есть это доказывает то, что наши горожане, они сами своими силами могут добиться больших успехов и результатов. И они таки да хотят сделать наш город лучше. И таки да хотят, конечно, потому что одесситы очень любят свой город. Иногда они об этом забывают, конечно, но мы сразу же не напоминаем им об этом. Давайте напомним нашим телезрителям, тем, кто еще каким-то образом не знает, что такое платформа «Мой город».
Давайте. Платформа «Мой город» – это платформа для реализации социальных проектов, которые направлены на благоустройство нашего города. Ну, это так, наверное, если очень кратко. На самом деле все гораздо проще. И даже если вы очень хотите что-то сделать для города, очень любите его, очень хотите принять участие, вы очень активный социальный человек, вы можете просто принять участие в каком-либо уже существующем проекте на платформе или подать интересную, замечательную идею, которая в ходе обсуждений, комментариев, в поддержке других людей и также нас, команды нашей платформы, перерастает в прекрасный проект. То есть это все не так трудно, это просто. Потому что есть вы, есть люди, которые организовывают, которые могут помочь, посоветовать, подсказать. Обязательно. И подхватить вот те самые яркие идеи. Обязательно, конечно, потому что есть очень идейные люди, есть даже человек, у которого есть половина проекта. Ну, он знает, что он хочет сделать, но он упирается в какие-то незнания со своей стороны. У него не хватает ресурсов финансовых, человеческих, профессионалов каких-то не хватает. Не хватает людей, может быть, не хватает, я не знаю, оформления. Каких-то, может быть, разрешений. То есть абсолютно во всех моментах мы можем помочь, хотя бы направить, в какую сторону двигаться. Это, ну, в общем, это главная наша задача. А главная задача самого автора идеи – это не просто подать идею и забыть все. Я подал, я все сделал, и я больше ничего делать не буду. Моя миссия выполнена. Моя миссия выполнена вообще. Нет, обязательно поддерживать свою идею, развивать свою идею, двигать ее вперед. Только так мы добьемся успеха. Могу привести в пример проект, буквально недавно, который у нас был. Он за 3 недели собрал полностью всю сумму и перешел в стадию реализации. Это проект Museum for Change. Это ребята из художественного музея, которые собирали бюджет для реставрации картин в художественном музее. Там необходимо было закупить оборудование. И 3 недели – это очень короткий срок для бюджета в 30 тысяч гривен. Они собрали, ну, я не знаю, это было очень ярко. И это был очень большой труд с их стороны. Они уделяли проекту, они уделяли свои идеи в день как минимум 6 часов. Ну, как инициаторы, как двигатели, а мы только успевали им где-то помогать и где-то направлять их действия, наверное, и все. То есть это как такой яркий пример. Помимо что этих... еще можно? Да, вот давайте поговорим о проектах, которые уже реализованы и уже радуют нас, одесситов. Ну, чем мы можем похвастаться уже в августе? Мы закрыли еще один проект, это установка боксов с экопакетами для уборки за своими питомцами. Мы завершили его, установили 4 бокса в парке Шевченко, тоже благодаря активисту этого проекта, который сам был автором идеи и сам самостоятельно установил первые 3 бокса на Приморском бульваре. Завершив этот проект, мы не просто поставили точку и закрыли, нет, это был как пилотный проект, но активист, то есть тот человек, ну, Вадим Глембовский, он продолжает двигать этот проект и привлекает к нему внимание и людей, и горожан, и компании тоже, которые поддерживают его и продолжают его реализовывать. Кроме этого, что у нас еще хорошего произошло? У нас появился очень интересный раздел на платформе, созданный для того, чтобы мы, наверное, чтобы легче, наверное, было понимать, какие проблемы в городе более важны. То есть, вот, кстати, следующий мой вопрос. На какие моменты больше всего обращают одесситы? Что они хотят изменить в нашем городе? По результатам голосования за август в разделе рейтинги мы поняли, что в первую очередь нам надо обратить внимание на дороги и на транспорт. Да, мы, возможно, согласны, действительно, дороги – это имеется в виду, скорее всего, дорожное покрытие, а транспорт – это транспорт, час пик, это трафик, это затор, конечно, это немножко сложности добраться с отдаленных частей города, с поселка Котовского или с Таирова. Я не могу сказать, что она просто стоит на месте. К этим проблемам люди еще предлагают идеи, решения проблем. Идей достаточно много. От, я не знаю, маленьких... А самые креативные, можете озвучить? Да, могу. Все помнят, наверное, проект. Это государственный проект. В общем, трасса Юг-Север, который застыл пока в замороженном состоянии. Предложили более креативную идею. Трассу через море.
такой себе мост, который соединяет поселок Котовского и Таирова. Это, ну, вы знаете, с одной стороны, конечно, это... Романтичная идея. Да, да, почему нет? Конечно, так просто тоже не реализуется, но есть к чему стремиться. Ну, не обязательно, что этот проект будет вот реализован прямо сегодня, завтра, все возможно. Но можно взять что-то очень... какие-то моменты из этого проекта, какие-то части, и запустить как реализацию отдельных каких-то проектов. Ну, были еще такие идеи, как создание, например, электронных табло для того, чтобы видеть, в каком состоянии находится та или иная дорога, чтобы знать заранее, куда надо объехать. Ну, это не ново, наверное, но тоже как вариант. То есть у наших одесситов, горожан очень много идей, они очень идейные, им просто надо помогать чуть-чуть, говорить, что да, это классно, ваша идея отличная, только давайте вы будете над ней работать, и будет нормальный, классный проект, и вы его обязательно реализуете. Мы в этом именно помогаем. И люди, объединяясь, так сказать, на платформе, это как площадка для того, чтобы делиться своими идеями, находить себе команду, находить друзей, да, тех же людей, которые с такими же взглядами, как вы, и делать что-то классное. Да, чудесно. А известно ли, какое количество людей вращаются каким-то образом? Конечно. Вот мы сейчас как раз по итогам, наверное, года и по итогам тоже августа определили. Ну, у нас количество подписчиков выросло тоже чуть-чуть. На платформе, на самом сайте 3000 подписчиков. И в социальных сетях, в Фейсбуке 10 тысяч подписчиков. Мы продолжаем работать в этом направлении. Не могу сказать, что это очень много, но не могу сказать, что это мало. И это вот не просто подписчики, которые для галочки себе это сделали, это активные люди. Да, количество не главное количество, да. Важно качество. Да, пусть это их активные будет меньше, люди. Но зато это деятельные люди, любящие по-настоящему. Согласна. В этом месяце еще, кстати, у нас закрылся еще один проект, проект «Субботник». Ну, наверное, завершили мы его достаточно грандиозно. Как? Мы проводили его в районе Дворца спорта, недалеко от санатория. Пришло достаточно большое количество людей, это очень приятно удивило. Не могу сказать, что прям поразило или что, но удивило, и было очень приятно, что люди, они пришли не безразлично, они потратили свой выходной день, 2 часа времени, но мы выполнили такой объем большой работы, что люди, которые там живут, либо проходили мимо, просто подходили и благодарили от всей души, чувства сердца. Это приятно. И даже те участники, которые мне потом рассказывали, что вот участвую в этом субботнике, я потом прохожу мимо и говорю, вот здесь... Я тоже был вот здесь, мой труд. Это просто вот даже для себя очень приятно. А как люди приходят на субботник? Очень просто. Мы просто заявляем о том, что у нас субботник, ну, так сказать, создаем общее мероприятие и приглашаем всех, кого мы знаем, просим пригласить, рассказать знакомым, друзьям об этом мероприятии. Возможно, кто-то живет рядом, возможно, кто-то, кому-то нечем заняться в это время, и он хочет чем-то себя занять полезным, интересным, фитнес-нагрузкой такой. А мы говорим место, время, определяемся. А инвентарь и все необходимые инструменты? Мы предоставляем. Это да, да, да. Нам главное просто, чтобы пришли люди, инвентарь и инструменты мы предоставляли, и поэтому все было отлично. А после субботника следовали какие-то, ну, какое-то общее такое единение? Общее единение. Пошли на море все вместе, все компании. Это было бы здорово, наверное. Но не у всех, конечно, есть время на это после субботника, потому что люди тоже, у людей есть свои дела, и чаще всего, конечно, все разбредаются по своим делам. Но это не говорит о том, что в следующем субботнике мы не соберемся все вместе. А как часто вы проводите субботник? Сейчас мы завершили пока проект. Это был тоже частично, наверное, пилотный проект. Мы проводили его где-то раз в 2 месяца. Именно с нашей стороны, но мы обратили внимание на тенденцию, что люди, которые участвовали в субботнике, они уже сами могут выступать активистами. И уже проходило несколько субботников, можно сказать, даже без нашего участия, они самостоятельно их организовывали, самостоятельно их делали. Это именно то, к чему мы и стремимся. То есть, чтобы люди могли сами, не то, что могли, даже хотели организовать все сами и сами это делали. То есть, с удовольствием. Не потому, что надо или не потому, что заставили, а потому, что вот мне так хочется.
То есть вы их один раз зажигаете, а дальше они уже вот, передают эстафету? Мы рады, что так получается, на самом деле. Мы зажигаем, а потом стараемся поддерживать. Если нужна какая-то помощь, конечно, мы обязательно помогаем. Да, ну что ж, здорово. А что еще можно сказать? Вот есть какой-то, да, прошел год, какой-то, какие-то итоги уже подведены, есть над чем работать дальше. Что дальше? Вот над какими проектами работаете сегодня? Наверняка есть планы, большие планы, много планов. Конечно, да, большие планы, много планов. У нас на платформе появилось два новых проекта. Это проект «Энерголавка». И сейчас чуть-чуть более подробно расскажу. И проект по обеспечению необходимым оборудованием больницы. То есть по поводу больницы. Этот проект подала тоже девочка-активистка. Она... Под ее пристальное внимание попала еврейская больница. Ну, ни для кого, ну, конечно, не секрет, что многие медицинские учреждения нашего города действительно нуждаются в самом необходимом оборудовании для проведения обследований. И не каждый человек может себе позволить потратить энную сумму денег для того, чтобы пойти в дорогостоящий частный медицинский центр. Относится это в том числе к социально незащищенным слоям населения. Они, им необходимо провести обследование, но больница не располагает таким оборудованием, даже самым основным. Именно поэтому на нашей платформе появился этот проект тоже как пилотный, потому что средств, которые необходимо собрать для основного оборудования, там не такая уж и большая сумма, но это действительно будет важный вклад и как движение, толчок к тому, что не стоит вкладывать просто огромные деньги, просто необходимо помочь даже другими же ресурсами. Кто-то может помочь финансово, кто-то может помочь физически, кто-то может еще как-то помочь. Вот это первый проект. И второй проект «Энерголавки». Это может быть не такая уж и новая идея, но она классная. Почему? Потому что она выполняет две функции. Она будет достаточно симпатичная, она будет с навесом. Вторая функция, она для любого возраста, потому что бабушка, проходя мимо, прогуливаясь, может присесть в теньке под козырьком, а студент, имея куча гаджетов, телефон, планшет и все что угодно, может присесть, отдохнуть и зарядить свой гаджет. И плюс к тому, это, можно сказать, популяризация зеленой энергии. Лавка на солнечной батарее, то есть подзарядка от солнечной батареи. Как-то так. Это здорово. Вот я возвращаюсь к субботникам, забыла спросить. Люди какого возраста принимают участие в ваших проектах? Абсолютно разного. Вообще разный возраст. Это может быть как студенты, это может, могут быть даже иногда и школьники. Вот на субботнике, кстати, присутствовала мама со своей дочкой. И семьями могут даже приходить. Абсолютно разный возраст. У нас нет каких-то ограничений. А более взрослое поколение? С удовольствием тоже. Вы знаете, мы очень даже были удивлены, с одной стороны, когда вот более взрослое, как вы говорите, поколение, они очень ярко откликаются на какие-то проекты и очень ярко хотят в них участвовать, наверное, потому что они понимают уже, что даже с помощью их они хотят внести какую-то лепту свою, какую-то вот именно долю помощи для того, чтобы что-то сделать. Это очень приятно. Это, знаете, это как высший символ доверия, что ли. Потому что студентов, конечно, может быть, с одной стороны, привлекать легче, но сейчас у студентов такая большая загрузка, я не знаю, в обучении не сейчас начала. Они просто не успевают, да. Поэтому, возможно, это даже больше состоявшиеся люди, которые могут распределять как-то свое рабочее время. Это здорово. А скажите, а работает ли платформа, участники платформы «Мой город» с властью? Городскими, областными? Я поняла. Скорее всего, ну, как работают. Обязательно мы с ними сотрудничаем в плане получения каких-то разрешений. Мы, как обычные тоже люди, мы, у нас нет никаких льгот. Мы также подаем заявление, мы также просим разрешение на организацию каких-либо проектов. Вот даже тот же проект по установке боксов с экопакетами. Мы тоже должны были получить разрешение от департамента экологии, утвердить точки с администрацией парков. Это все, ну, без этого, к сожалению, не получается никак. А проект «Биоэтика» у нас есть, или «Гуманное отношение человека к животным» мы проводим для деток
предметах занятия в школе. Мы обязательно должны были получить разрешение от департамента образования о том, что мы имеем право проводить такие уроки. В любом случае, конечно, на такие проекты, они социальные, они затрагивают население, они затрагивают город, поэтому мы обязаны получить какое-то разрешение. Могу сказать одно, вначале нам было, конечно, чуть-чуть трудно, потому что городские власти, конечно, они должны были пересматривать. Насколько они открыты были к вам? Вот, они должны были пересматривать каждый проект. И должны были принимать достаточно длительное количество времени. Решения они должны были принимать долго. А сейчас это, наверное, чуть-чуть проще. Мы вошли чуть-чуть в доверие. Они видят, что есть результат. Они видят, что работает платформа. И проекты, которые мы делаем, они не приносят вреда, приносят только пользу. Поэтому сейчас, наверное, чуть-чуть проще. Все-таки чуть-чуть проще. Это тоже какой-то уровень доверия. Это приятно. Год прошел не зря. Абсолютно. Это очень достаточно многого добились. Ну, дать разрешение на проведение того или иного проекта, это да, но, может быть, они как-то еще помогают вам, содействуют в каких-либо начинаниях ваших? Это, как вы сказали, это же одно общее дело, которое касается каждого из нас, нашего Согласна. Города. Они поддерживают по мере своих возможностей тоже, как получается со стороны властей. Ну, в данном случае, на самом деле, для нас разрешение – это главная поддержка, потому что все остальное… Больше можно, вам и не надо. Да, больше нам и не надо. Все остальное можно сделать самостоятельно. А мы, конечно, надеемся, что те проекты, которые будут действительно очень… пользоваться, не знаю, популярностью, которые будут очень результативными, они получат не просто поддержку как разрешение со стороны власти, я не знаю, они сами как-то возьмутся тоже за этот проект и тоже примут в этом участие. Ну вот я об этом, что хотелось бы, чтобы хорошие качественные проекты действительно нашли более масштабную вот реализацию. Тот же проект с установкой боксов, он получил вообще колоссальный отклик, и не только от горожан, а от властей, они очень поддерживают, и они, скорее всего, тоже подключатся к его реализации. Вот энерголавки очень интересный и нужный, как мне кажется, проект. Когда мы уже сможем насладиться его реализации? Пока мы только его запустили на платформу, каких-либо сроков у проектов нет. У нас нет именно ограничений по срокам. Да, есть какой-то определенный срок, с ним можно ознакомиться в самом проекте, там все расписано, и бюджет там тоже расписан. Но конкретно ограничений по срокам мы никаких не ставим, потому что это социальный проект, это не обычный краудфандинг, который ставит определенные сроки. Если проект не собрал за определенный срок деньги, он просто закрывается. Нет. И есть ли такие лавки в других городах, или это будет фишка, очередная фишка Одессы? Ну, нет, это будет, конечно, фишка Одессы, потому что у нас будут интересные лавки. Но да, конечно, есть в других городах. Это не совсем новый, прям новая идея, но она классная. То есть она сейчас становится более популяризированной, наверное. Ну что ж, Любовь, спасибо вам, что были с нами в этот утренний час. Спасибо за то, что вы делаете. И дай Бог, чтобы действительно как можно больше людей возвращались вокруг вас, предлагали свои идеи и вместе, чтобы мы все делали наш город Спасибо лучше. Большое. Спасибо большое. Дорогие друзья, я напомню вам, что с нами была директор по развитию платформы «Мой город» Любовь Ждан. Присоединяйтесь, предлагайте и делайте. Других способов для развития еще никто не придумал. Нужно объединяться и вместе делать наш город лучше. А наша программа «Добігла кінця», я з вами прощаюся. Щиро посміхайтеся і даруйте один одному любов. До побачення.